Организованное в Латвии спортивное общество поисковиков объединяет всех любителей поиска утерянных артефактов. Современные металлодетекторы позволяют искать монеты, отличая их от мусорных объектов, и, кроме того, определяют благородные металлы. Новинки этого года были представлены на международной выставке «Отдых и спорт» в Риге. Прибор Expedeus, он является флагманом линейки компании Explorer. Вот. В принципе, на сегодняшний день один из приборов, который ищет цели на максимальной глубине, один из, как бы, да. И при этом довольно у него либеральная ценовая политика. То есть, в принципе, такой прибор можно приобрести в зависимости от комплектации, от 800 евро до 1300. Прибор легкий, очень компактно складывается, полностью беспроводной, как бы, да, и на сегодняшний день является единственным в своем классе. Дополнительный поисковый аксессуар, значительно уменьшающий время на локализацию мелкой находки – пинпойнтер. В практике поиска с металлоискателем время и количество находок напрямую связаны. Чем меньше времени тратится на одну находку, тем больше вы их обнаружите. Пинпойнтер позволяет вынуть монету из ямы за секунды. В планах общества сделать поисковый вид спорта популярным и для профессиональных кладоискателей, и для всех любителей приключений. Также новинка сезона – прибор фирмы Bounty Hunter Technetic Fisher, сейчас это один концерн, выпустил новую модель Long Ranger Pro. Да. Прибор, в принципе, по ценовой категории считается прибором начального уровня, потому что его цена, в зависимости от комплектации, где-то до 300 евро. Но в то же время прибор по своим возможностям и характеристикам, в принципе, не уступает приборам, которые находятся в ценовой категории там, в районе 500 евро. Для начинающих и не только, в принципе, очень хороший, недорогой, в принципе, аппарат. Стать членом спортивного общества может любой желающий, в одиночку или всей семьей. Если вы еще никогда не держали в руке металлодетектор и не ощутили в себе азарт поиска скрытых в земле сокровищ, отправляйтесь в спортивное общество поисковиков. Металлодетектор и снаряжение как для профи, так и для новичков можно приобрести там же, в магазине mindlab.lv.